Для «Локомотива» это было, понятно, очень важно. Они действующие обладатели Кубка страны. И потерять в какой-то мере сегодня этот статус, что уже они по текущему году уже не будут, для них это было очень важно, очень престижно, как ни для какой другой команды в премьер-лиге, ни для «Зенита», может, не так было это важно, ни для ЦСКА, ни для кого, насколько это было важно для «Локомотива». И то, что мы обыграли, это можно сказать слова благодарности нашим ребятам, которые отдавались до конца, до последнего. И хочу сказать, не просто там беготню они взяли. Нет, они взяли хорошей игрой. Ну, ребят очень довольны. Эмоции очень позитивные. В обществе должны быть вещи, которые должны заряжать сотни тысяч людей вот этим духом. Духом победы, духом борьбы, духом, в общем, добиваться самых высоких целей в жизни. И если этот дух присутствует там, в том или ином регионе или в той или иной стране, то точно этот и регион, и страна будет значительно более успешной во всех отношениях. Я думаю, болельщики уже друг друга все поздравили. Я тоже хочу их поздравить всех с победой. И хотел пожелать, что во все времена надо команду поддерживать. Во все. И, может быть, поддерживать даже тогда, когда команде тяжело. Может быть, даже проигрывает.